Юлия Ипатова пишет: «Вступая в ВСП со своими котиками, набор был приобретен более 10 лет назад, но в вышивке случился большой перерыв. Года 2-3 назад я вспомнила о старом увлечении. Котят начинать буду с нуля, надеюсь, работа понравится моим детям, и у меня трое, как и котят». И по первому отчету Юлия пишет, что работа вышивается легко, и есть много полукреста. Замечательный старт, желаем удачи! Юлиана Ботова из творческой студии «Кота Ёж» вступает в наш совместный проект с двумя наборами. Первый наборчик – это Dimensions, белое и черное, и «Город и кошки» – лето от Риолис. Начинала вышивать с нуля, и вот мое первое продвижение за месяц. Правда, до котиков еще не дошла. Ну, я надеюсь, что в следующем отчете мы увидим уже и котиков. Удачи! Светлана Яковлева вступает в наш совместный проект и пишет: «Хочу воспользоваться моментом и дошить вместе со всеми моего любимого котика. Осталось, наверное, чуть больше половины. Это фирма РТО «Сны Мурлыки». Используются 19 цветов мулине и 6 блендов. Канву заменила на Мурана 101 цвета. Начала 1 марта во Всемирный день кошек. В планах еще несколько котиков. И вот на работе появился хвостик и одна книжка. Вышивается очень приятно». Надежда Алексеевна вступает в наш совместный проект с набором «Снежный барс» от РТО. Размер будущей работы 36×23 сантиметра. Это частичная зашивка, используется 16 цветов, канва Аида 16 каунта, мулине ДМС. Пишет Надежда, что очень нравится этот сюжет, а времени, как всегда, не хватает. Надежде на СП буду стимулировать продвижение работы. Конечно, я думаю, что СП обязательно поможет и работа будет завершена. Желаем удачи! И Евгения Карпова-Кондухова вступает в наш совместный проект с множеством различных очень интересных наборов. И из всего числа Надежда выбрала два наборчика, с которыми она будет стартовать, это Мережка и Кларт. И пишет, что вот такие замечательные наборчики у меня есть. Очень хочется и начать, и завершить. АСП дает такой замечательный повод. Хочу с вами повышивать этих шалунишек и забавных мордочек. Мы с удовольствием будем любоваться на ваш прогресс. Удачи! Раиса Куксенко также вступает в наш совместный проект с наборчиком от фирмы Ланарте, лесной кот, и мы видим уже первые крестики, первые продвижения. С удовольствием будем следить за отшивом. Удачи вам, Раиса! Елена Классен пишет: «В этом месяце почти не получилось повышивать этого красавца, но зато в этом месяце наконец-то решила все организационные вопросы, связанные с этим процессом. Закончила 4 основных процесса, и теперь нам с ним уже никто не помешает быть вместе. Это замечательно, путь открыт, мы желаем удачи и будем ждать, конечно же, продвижения по этому дизайну». Анастасия Пученко легко и играючи очень хорошо продвинула своего Фредерика по оригинальному набору Dimensions, а также скоростным образом отшился ленивый кот от Joy Sandy. Остался только бэкстич, и Анастасия думает о том, вышивать его до стирки или после стирки. Но об этом мы узнаем, наверное, в следующем отчете. Желаем удачи и ждем новых продвижений. Кристина Исаева присылает также нам свой отчет и делится своими впечатлениями по отшиву. Пишет, что сменила иголочку на больший номер и ниточки перестали пушиться, работа пошла. А также первый этаж домика у птичек уже готов. Появилась также мордочка у котика, который теперь любуется и наблюдает за птичками. В общем, процесс растет и продвигается. Желает всем легкой иголочки. Кристина, желаем также легкой иголочки и ждем продвижения. Лариса Киселева делится с нами своим отчетом
по масштабному процессу меняю шляпку на кота от Химеры, а также, воодушевившись темой котиков, добавляю вторую работу. Это наборчик «Кот Мерешки. Зимний сон». Очень интересно будет посмотреть на отшив. Еще мало отшивов на YouTube этой работы, поэтому, Лариса, держим кулачки и ждем продвижений. Наталья Зинкина присылает нам второй отчет по набору от фирмы Алиса «Басик Бариста» и пишет, что мой басик медленно, но верно вырисовывается на канве. Мы желаем удачи и ждем завершения. Также свой отчет присылает нам Ирина Бисеринка «Крестик» по набору «Ласка», размер которого 16 на 15 сантиметров. И в крестиках будет 18 на 120. Отличное продвижение, желаем удачи. Также Марина Денисова делится своими продвижениями по набору «Риолис». И заметно, что работа очень хорошо подросла. Отличные темпы и желаем удачи. Татьяна Муратова присылает также отчет по своему набору от жар-птицы в укромном месте. И пишет, что пока продвижения небольшие, но цель стоит отшить к 1 сентября. И говорит, что не отступается от своей цели. Поднажму, и у меня все получится. Мы на это надеемся и желаем удачи. Кристина Внукова присылает свой отчет по авторской схеме Любова Денниковой «Крестный отец». Пишет, что продвижения небольшие, но, как можно заметить, в этих абстрактных ярких пятнах уже вырисовываются ушки кота. С нетерпением ждем продвижений. Желаем удачи. Ольга Яранова пишет: «Мой котофей уже взялся за щетку и стреляет глазками не очень добрым взглядом. Очень легко шьется, даже сама не ожидала от себя такой скорости. При этом есть и параллельные процессы. Планирую до Нового года справиться, а если получится, и быстрее». Да, Ольге за этот месяц вышита практически половина работы. Скорость очень большая, работа растет и радует нас своими продвижениями. Мы желаем удачи. Присылает нам свой отчет и Лера Серегина. Вышивает Лера набор фирмы Лука С кошки. Работа выросла очень-очень хорошо. 1/3 уже практически готова. И мы желаем удачи и ждем дальнейших отчетов. Наталья Черменинова присылает нам свой отчет по оригинальному набору Dimension стройнаблюдателей и пишет, что отшит маленький кусочек, но работа потихоньку продвигается, и это радует. А вообще, отшивание в совместном вышивальном проекте очень вдохновляет и мотивирует. Очень интересно смотреть видео по результатам отчетов других вышивальщиц. Желаю всем удачи и творческого успеха. Мы также желаем удачи и ждем следующих отчетов. Мария Клубникина делится с нами, во-первых, готовой работой, готовая тайская кошечка от фирмы Риолис. Она вышилась у Марии очень-очень быстро. А также Мария хочет продолжить участие в нашем совместном проекте и берет в работу также наборчик Риолис. Это британец. Размер будущей готовой работы 38 на 26 сантиметров, ниточки шерсть. Пишет Мария, что черную канву заменила на канву под лен, тоже 10-й каунт. И присылает также свои первые крестики, первый старт. Очень рады и ждем следующего отчета, желаем удачи. Наталья Сахно присылает нам отчет по набору фирмы «Панна Лежебока». Очень хорошо продвигается работа, а также Наталья делится нам своим новым домочадцем, который очень похож на котика, которого сейчас вышивает Наталья по набору «Панна». Очень красивая фотография, желаем скорейшего отшива этого дизайна. Анастасия Беловолова прислала нам также свой отчет по дизайну «Хаэт», кот в ирисах. Пишет, что успела закончить полосу в хаэт. За месяц отшито 25 300 полукрестиков или 6 листов схемы. И это 43% работы. Потрясающее продвижение. Браво, поздравляем. И, конечно же, ждем следующих отчетов. Будем любоваться ростом этой работы. Но Анастасия также участвует и со второй работой. Это Леонардо из перевыпуска «Дим». Также присылает нам отчет, где вышивала, пишет Анастасия, часть стола и тюбики с красками. Замечательные продвижения, желаем удачи.
Алена Каменева присылает нам также отчет по коту Леонардо, но уже по китайскому набору Joy Sunday, и пишет, что вышито уже 43% работы. Поздравляем, замечательное продвижение, котик уже готов. За подробностями вы можете заходить на канал к Алене. Ссылка в инфобоксе. Марина Силина участвует в нашем совместном проекте с бисерным дизайном, это фиолетово-черный баттерфляй, но также хочет добавить еще один проект. Пишет, что это авторская схема Екатерины Кутиной, Кусь. Начала буквально вчера, в моем доме появился еще один котик, и его зовут Кусь. Так что схемка очень символичная. Отдельное спасибо моим вышивальным подругам за то, что помогли найти этот дизайн. Основа здесь мурана, с молочной с розовыми брызгами, ниточки по ключу. Также присылает нам отчет по бисерному проекту. Продвижение минимальное, но все же они есть. Замечательные дизайны и котик прекрасный. Желаем удачи в проектах. Любовь Постникова прислала нам свой отчет по набору от фирмы Panna, домовенок Поварешкин. Работа очень хорошо продвинулась, и мы держим кулачки, чтобы увидеть уже поскорее готовый результат. Удачи! Елена Исаева пишет: «Всем доброго времени суток. Показываю свои продвижения по работе. Что сказать, работа интересная, увлекательная. Реалистично художникам передано небо, оно по-осеннему сине-голубое с бегущими пушистыми облаками. Начала сразу с деревьев, они, на мой взгляд, занимают большего внимания, но зато какая красота из-под иголочки получается. Да, работа очень яркая, впечатляет, и мы ждем дальнейших продвижений, желаем вам удачи». Ирина Силаева уже завершила своих котиков кружках, ну и, конечно же, приступила к новому наборчику от фирмы Nitox, замечательный котик в клубочках, и также нам прислала свои первые продвижения. Желаем удачи, ждем новых стартов. Марина Филиппова пишет: «Первый котик был готов 11 августа, но еще не стиранный, не глаженный, ждет второго брата, который начат 12 августа и уже радостно виляет пушистым хвостиком. Готова примерно треть. Это дизайн Алины Ильиной. Вышиваю на Монике белого цвета 28 каунта. Вышивается легко, схема хорошо проработана. Очень красиво получается. Желаем удачи и ждем вторую работу». А вот и отчет Агнеты. В прошлом отчете я пропустила отчет Агнеты, вот исправляюсь. Агнета вышивает дизайн от фирмы Soda и присылает нам свои продвижения за это время. Вышивается, пишет, легко и вышивается на равномерке от Zweigart Murana 32 каунта, цвет Ivory. Прекрасные продвижения и ждем готового результата. Анастасия Лурье прислала также нам свой отчет и пишет, что в августе вышивала всего несколько дней и надеется, что в сентябре будет больше времени и будут более продуктивные продвижения. Мы тоже на это надеемся. Очень интересный дизайн и хочется посмотреть на его отшив. Удачи! Татьяна Турова делится с нами большой радостью. У нее готовая работа, завершился бисерный котик, и мы ждем теперь следующих дизайнов. Удачи! Марина Подильская делится с нами своей готовой работой, большая радость. Работа вышилась за месяц, очень-очень скоростная у нас оказалась Марина. И пишет, что это сюжет из журнала Cross Stitch Gold, номер 94, за 2012 год. Работа очень интересная и заслуживает внимания. Пишет, что будет в пару к ленивому коту от Dimensions. Более подробные впечатления можно узнать на канале Марины, ссылочка в инфобоксе, заходите, смотрите, действительно работа заслуживает внимания. Удачи! Сангина Мамедова также нам прислала отчет по оригинальному набору Dimensions Мишка и котята. Продвигается работа по чуть-чуть, растет, и я надеюсь, мы скоро увидим готовый результат. Удачи! Светлана Кузнецова присылает нам отчет по наборчику Алиса вкусняшка, а также добавляет еще один наборчик.
Это 4 магнитика на пластиковой канве от фирмы «Жар-птица». Замечательный выбор. Мария Крупенина пишет: «А вот и мой второй отчет в СП. Все еще не появился котейка, поэтому на месте, где он должен быть, пока поселила другую кошечку, которую тоже отшивала в этом месяце, хотя не закончила ее. Отшив у меня получился, наверное, немного странным, полосатым. Похоже, неосознанно я тянулась к тому месту, откуда будет можно начать отшив первого котенка. Постараюсь исправиться и к следующему отчету заполнить полоски». Перебирая свои маленькие наборчики, также я нашла вот эту киску и хочу ее отшивать в совместном проекте. Замечательный выбор. Мы желаем легких крестиков и быстрого продвижения. Виктория Бочкарева вступает в наш совместный проект с дизайном от Мики. Это кот из серии «Животных в свитерах». Также Виктория присылает свои первые продвижения. Ну что сказать, половина работы практически готова. Ждем завершения. Татьяна Майтак присылает нам также свои отчеты по двум дизайнам. В прошлом отчете я пропустила Танюшу, и вот исправляюсь. Первый дизайн — это Лука С. И он очень хорошо продвинулся, практически готовая уже работа. Ну вот и котик по фирме Joy Sand потихоньку продвигается, есть еще над чем работать. Ну такая скорость, мы, наверное, скоро увидим уже готовый результат. Алла Красноярская присылает нам отчет по оригинальному набору Custom Crafts «Охота белого тигра». Пишет, что продвижения небольшие, так как лето, дача, заготовки на зиму. Но самое главное, работа продвигается. И мы желаем легкого отшива и шустрой иголочки. Ольга Щурова присылает нам свой отчет по дизайну Butterfly Чародей Art 641. Это круговая зашивка бисером. Размер работы 36 на 25 сантиметров. Используется 18 цветов бисера. Подробную информацию можно посмотреть на канале у Ольги. Ссылочку я оставлю в инфобоксе. Ну, пишет нам Ольга, что вышивает в круговой технике первый раз и пока все нравится. Но за подробной информацией заходите к Ольге на канал. Марина Лакиза пишет: «Всем привет из Сургута. Вот мой второй отчет по набору Панна Багира. Размер 253 на 146 крестиков. Продвижение в работе благодаря игре «Рвем когти», которые у нас проходят в нашей группе «Вышиваем вместе». И Марина также подумает приобрести еще один наборчик, так как финиш уже не за горами. Мы этого ждем с нетерпением и держим кулачки за отшив работы». Наталья Панчина присылает нам свой отчет по наборчику «Золотые ручки» «Леди Мяу». Это бисерный дизайн, есть очень хорошее продвижение и появилась симпатичная мордашка кошечки. Желаем быстрых бисеринок и скорейшего завершения работы. Оксана Люфт пишет: «Участвую в СП с бисерным набором «Любопытные». Добавляю ниточный набор «Кто за кем наблюдает» в китайском варианте от Joy Sunday с нанесенным принтом. Совсем не умею вышивать крестиком, буду надеяться, что получится, ну хоть что-нибудь. Я уверена, что все получится и получится очень хорошо. Желаем удачи и шустрой иголочки». Аленушка Сережина пишет: «Вот мой черно-белый мурчик, тоже растет потихоньку, почти добралась до второго глазика, половина второго листа схемы отшита. Ну, это замечательно, что работа потихоньку продвигается». Наталья Фомина присылает нам отчет по своим тиграм. Это наш второй гигант в совместном проекте. Это дизайн «Дом и крафт», «Тигры». И, как мы видим, уже начинает появляться мордочка у тигра. Суперские продвижения, держим кулачки. Наталья, только вперед! Ирина Пресман вышивает котика от «Золотого руна». Пишет, что устала от рыжих оттенков, поэтому перестала вышивать только одну работу. Продвижения небольшие, но говорит, что мой кот уже видит мир одним глазом.
И еще, судя по всему, мой рыжий кот пригласил в наш дом котенка, поэтому у нас появилось маленькое чудо в доме. Замечательная новость, а теперь вам будет веселей вышивать. Удачи! Анжелика Журавлева прислала нам свой отчет по наборчику Риолис. Очень хорошее продвижение, котик уже смотрит на нас, и я думаю, что в следующем месяце Анжелика нас порадует готовой работой. Ольга Бусинка делится с нами своими продвижениями по дизайну от фирмы Магия Канвы, семья Барсов. Это бисерный дизайн, есть хорошее продвижение, и мы также желаем удачи и быстрых бисеринок. Елена Канева вышивает оригинальный набор фирмы Dimensions Garden Cats и присылает нам свои первые продвижения. Мы желаем удачи и шустрой иголочки. Светлана Портнова присылает нам свой отчет. Продвижение по наборчику Риолис «Абиссинские кошки». Ну и мои новости. Во-первых, у меня завершились мои котики от Dimensions, кто за кем наблюдает. Ну и, конечно же, новый проект. Это наборчик от фирмы «Золотое руно» на крылечке. Размер будущей работы будет 35 на 37 сантиметров. И участвуют здесь 45 чистых цветов, а также 9 блендов и есть полукрест. И вот мои первые продвижения. Данную работу я в основном отшиваю в нашей игре «Рвем когти».